два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А теперь, в принципе, все. Это очень, вот эти упражнения просто нужно побольше делать, там, раз по 16, там, в круг. Поэтому показываю упражнение, как нужно отжиматься для девушек. Значит, встаем на колени, девушки. На колени можно встать. Руки пошире. Упражнение для грудных мышц. Девчонки, ждем вас, давайте. Будем отжиматься все. И погнали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки можно поуже, если вы хотите руки покачать. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну вот так можно повторять несколько раз. Ну а мужики также то же самое. Ну-ка. Итак, дорогие друзья, как я и обещал, стойка на руках. Ну что, друзья, ваши аплодисменты, это была Алексей Нервов, у нас на Сергея.